Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Анастасия Заворотнюк сейчас пребывает в клинике на лечение, и на данный момент важна каждая копейка. Но подругу Заворотнюк уличили в настоящем мошенничестве. Татьяна Навка, которая собирала финансы на лечение больной раком Анастасии Заворотнюк, присвоила себе вырученные деньги, чтобы погасить часть большущих долгов. Об этом пишет журналистка Юрчук Виктория в интернет-СМИ Today. Отметим, что информацию подхватили и другие СМИ, не дожидаясь информации от самой Навки или же семейства Заворотнюк. Вот о чем идет речь в статье. Анастасия Заворотнюк осталась без средств на лечение. Что будет со здоровьем актрисы, которую дублируют СМИ? Говорят, что как бы именно Навка обвела поклонников Заворотнюк вокруг пальца, ведь пообещала, что все вырученные деньги с продажи билетов на ледовое шоу должны были пойти на лечение больной раком Заворотнюк. А ведь много людей пришли на ледниковое шоу Руслана и Людмилы, чтобы помочь Анастасии Заворотнюк справиться с болезнью. А вырученные средства Навка решила потратить для своих благ. Ведь у нее забрали дом в США за 1 350 000 долларов за долги. Кроме того, в России Навка также должна немаленькую сумму. Неудивительно, что фигуристка решила помочь Заворотнюк за месяц до того, как лишилась своего дома. Хотя ранее не особо интересовалась состоянием актрисы. Известно и то, что Навка давно обманывает правительство, уходя от оплаты части налогов. Но известно одно, что вырученные деньги из шоу в помощь Заворотнюк не помогли Навке вернуть свой дом, пишет журналистка. Ну что же, ждем официальных результатов. Ранее мы сообщали о том, что Анастасия Заворотнюк с каждым днем идет на поправку. Это информация, которую озвучивают журналисты. Но родные удерживаются от комментариев о состоянии артистки из-за того, что знают о том, что ее состояние критическое. И ясно, что на самом деле ожидает Заворотнюк. К слову, дочь Заворотнюк ранее выложила в сторис в своем инстаграм еще нигде не опубликованное до этого дня фото Заворотнюк. Сделано оно было, очевидно, в кафе или ресторане, либо летом, либо в теплой стране. Актриса сидит практически повернувшись спиной к фотографу. Она предстала в этом жарком кадре в легком платье кораллового цвета с высоким разрезом внизу, оголившим коленку сидящей красавицы. Волосы Анастасии развиваются на ветру. Взгляд прекрасной няни опущен, что придает ее образу загадочности. Фото дочь Заворотнюк посвятила ко дню матери, который россияне отмечают 24 ноября. С днем матери лаконично подписала снимок Анна, добавив в конце строчки сердечко, что говорит о ее искренней любви и поддержке.